Всем привет, ребят, с вами Алекс, и сегодня мы продолжаем играть в Castle Clash на моем аккаунте. Итак, начнем с того, что сегодня у нас еще одна акция за один самоцвет, и мы можем получить 100 наборов опыта. Это неплохо так. Я их уже купил и открыл. Также у нас открылась акция вот такая, где можно поиграть в эту рулетку, в которой мы уже довольно давно играли, потому что ее закрывали надолго. И я выбил себе карту обновления чар. Сегодня мы сделаем аугментацию моему Купидону, и также попробуем выбить на него талант. Если, конечно, там не выпадет какой-нибудь топовый талант с самого начала. Также мы немножко вкачаем моего Анубиса. В принципе, давайте прямо сейчас это и сделаем. Вот мой Анубис. Я его начал качать после ворожея. Вскоре мы сделаем ему эволюцию. А сейчас давайте вкачаем его вот так вот. Потому что Анубис это тоже полезный герой. Очень даже. Прошел я подземку кошмарную первую. Позже буду дальше проходить, но пока что как-то так. Но если я поздно не выложу это видео, то вы можете еще успеть забрать эту награду. Ну, как бы акцию за один самоцвет. Как по-моему, за один самоцвет это такие неплохие награды, особенно для начинающего аккаунта. Так, ну а сейчас мы идем в арсенал, находим его Купидона, аугментировать. Так как у меня на складе уже лежит просто 5 Купидонов, мы делаем ему аугментацию. Так, нажимаем на кнопку аугментировать и делаем эту аугментацию уже. Так, что там вышло? Вот, теперь снаряжение приобрело чары. Проклятое поле. Ну, давайте все-таки заменим эти чары. Потому что тыкви мы не сможем заменить там. Ну, в принципе, скорость атаки увеличивает. Это нужная штука. Ну и давайте сменить. Ага, та самая ерунда. Ну и, в принципе, на Купидона мы это ставить не будем. И, кстати, пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сыграл в эту рулетку на других своих аккаунтах. У меня еще целый день с половиной, и я успею еще поиграть в нее завтра. Ну и посмотрим, что она выпадет. Может, мы выбьем некроса. В прошлый раз я Анубиса выбил. Это был, получается, предпоследний приз. Ну, кстати, давайте награды сейчас глянем. Это карта смены чар первая. Потом сет простых рун третьего уровня. Ну, будет круто, если там какая-нибудь ремка выпадет. Облик князя Рока. Мифическая карта героя. Воу, вот эта тема. Ворожей, ну и некрас, конечно же. Ну, думаю, все сказал. В принципе, показал какие-то интересные моменты. Сделали мы аугментацию моему Купидону. Также, если вы еще успеете, то можете забирать эту акцию за один самоцвет. Очень полезная штуковина, очень дешево. Ну и на этом мы будем заканчивать. Не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео. Также подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои соцсети, ссылки на все это будут в описании. Участвуйте в розыгрыше. Ну и всем удачи, всем пока. Thank you.